защита и была подана жалоба на задержание, поскольку, ну, как бы всем известно, что в период с 23-го она была задержана. Но, собственно говоря, как раньше констатировала защита, что в материалах дела нет сведений о задержании, так это, собственно говоря, подтвердилось в суде. Кто, когда, при каких обстоятельствах ее задерживал, по какому уголовному делу, ну, на следующий день остается загадкой. Хотя защитой как бы была подана все-таки более широкая жалоба, было прямо указано, что материалы дела этого отсутствует задержание. И вы обжаловали само задержание. Я полагаю, что в данном случае органам, ведущим уголовный процесс, не представлены доказательства, которые могли бы быть в принципе оценены судом. Ну, поэтому в связи с тем, что отсутствует постановление о задержании, протокол о задержании, ну, суд, наверное, просто отказал в удовлетворении жалобы. Какая сейчас ситуация сейчас с допуском? Сейчас я еду на ее посещение. В принципе, должен сейчас выйти предыдущий адвокат. Следующая очередь моя. Поэтому, собственно говоря, к вечеру, наверное, будут какие-то определенные комментарии по данному вопросу. Но мы с моей подзащитной обсудим эту ситуацию. Возможно, я у нее попытаюсь выяснить вопрос о том, кто ее задерживал, при каких обстоятельствах, куда обращаться, поскольку, ну, проверка законности задержания любого лица, в том числе иностранного гражданина, это право любого человека. А как себя сейчас чувствует София физически, морально? Ну, наверное, вы меня не услышали. Последние 4 дня я ее не видел, поэтому я не могу сказать. Я сначала ее посещу, а потом мы это... Сегодня кабинет, скорее всего, найдется для вас там. Ну, будем... Называется «Надеяться». Сейчас я к 2 часам доеду. Если вы позволите, надо отправляться. Подскажите, пожалуйста, есть ли шанс, что ее передадут в Россию? Ну, мне трудно это комментировать на сегодняшний день. Мы работаем на территории Республики Беларусь. Если будут какие-то взаимные договоренности между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, то это не вне компетенции адвокатов, которые... Это не обсуждается никак, не поднимается вопрос. Нельзя отвечать вопросом на вопрос, но это не в компетенции адвоката. Спасибо большое. А вы не скажете, по каким статьям она задержана? Нет, к сожалению, не могу комментировать на данном этапе. Скорее всего, в понедельник, там, во вторник у нас будет состояться предъявление обвинения. Если будет разрешение следствия, то тогда я сообщу дополнительно. На сегодняшний день ее статус подозреваемый. Спасибо большое.